Итак, ребята, всех приветствую, с вами, как всегда, Бананич, и сегодня у нас боевые корабли на барабане вместе с Машкарой. Так сказать, раньше Машкара не то тащила, то потом увидели мои стримы, она не тащила, но, собственно, ребята, не будем разглагольствовать, скажу сразу, вот это очень офигенная топовая раста с такими вот сооружениями, обязательно с усилителем урона, и почему топовая раста, и почему Машкара тащит, собственно, ребята, вам расскажу. Вот мой лог побед, потому что я позавчера, ребята, пока не поставил эту расту, и усилитель урона не начал играть Машкарой, я скатился до первой легендарки, там, наполовину, короче, ну, начал скатываться, у меня не перло, сейчас видите, какой лог, в принципе, победы свои покажу, и хочу, ребята, сказать, так сказать, подчеркнуть, ну, то, что, ребят, остается уже буквально, сами видите, ну, 6 дней, там, 5 дней, грубо говоря, да, и кто там пытается открыть 7-й двигатель, не спешите, не открывайте, потому что, в смысле, вас будут, так сказать, ну, прямо срез по иметь. Так сказать, во все дырки, во все щели. Почему? Потому что сейчас вы открываете двигатель, вам будут попадаться чуваки с 7-м двигателем, у которых будет уже прокачан, ребята, урон. И они вас по-любому будут обыгрывать. Поэтому не спешите открывать. По максимуму открывайте здесь. И обязательно, ребята, открывайте булита и булит с Машкарой. Просто, ребята, сказка, будете выносить чуваков, у которых там и по 7 двигателей. Ну, на старте. Поэтому, кстати, я сегодня открыл двигатель, вот буквально недавно, где-то полчасика назад я двигатель открыл. Открыл усилитель урона, поэтому, смотрите, какая у меня прокачка, кому интересно. Обязательно вкачивайте урон, открывайте булиты, открывайте и вкачивайте его обязательно, пока у меня, видите, он еще не вкачан. Но не спешите открывать 7-й двигатель, он пока не нужен. Почему? Потому что, говорю, вы не успеете, если вам осталось 5 дней, вы тупо можете не успеть открыть урон и хп, понимаете? И поэтому как бы вас будут обыгрывать за счет того, что будет урон идти у чувака больше, чем у вас. Поэтому пока не спешите, открывайте полностью вот здесь все. Нужно еще будет открывать шоковые мины, я так предполагаю, ну это... тоже все покажу, расскажу. И опять же, ребята, Машкара. Да, не везде, раньше, как я вам говорил, то, что Машкара тащит, грубо говоря, ну, процентов 20 из 80, сейчас получается наоборот. Поэтому давайте покажу вам кое-какие свои победки. Вот посмотрите, попадаются такие чуваки, повтор вашей атаки. Так, я вам просто показываю. Вот челик, к примеру. Я пошел, по-моему, здесь, по-моему, Машкарой я пошел. Так, да, давайте посмотрим. Тут я убрал минки, и смотрите, что я делаю. Заметьте, подчеркну то, что вы знаете, то, что сама Машкара не реагирует на фитиль. То есть, сразу кидаете фитиль сюда, к примеру, в центр, где двигатели все стоят, и выпускаете булита, чтобы булит в эту всю кашу зашел и принимал, естественно, дэмэдж. Ну, мы знаем, да, как мы играем торами, то же самое и сейчас булитом, потому что, если вы просто высадите, грубо говоря, одну Машкару с булитом, то, ну, булит будет стоять на месте, нифига ничего не будет, грубо говоря, будет стоять, охранять кукурузу. Нам кукурузу охранять не нужно, нам нужно идти, грубо говоря, и копать огород, к примеру. И смотрите, что я делаю. Выпускаю. Раз, два, шок. Обязательно прокачивайте шок до максимума. И канонерку, ребята, чтобы вы могли больше шока кидать. Смотрите, раз, двигатель ушел. Потому что, видите, булит на себя, ребята, весь урон кидать. И видите, обратите внимание, как заканчивается вот здесь фаер. Я фаер перекидываю. Не, главное, не тупите. Чем дальше, тем лучше его закидывать. Раз, пошел. Ну, тут я, ребята, не... вот, да, перекинул я фаер. Смотрите, дальше. Еще один двигатель ушел. Смотрите, что я творю. Смотрите. Еще один двигатель прошел. То у чувака, ребята, прокачано full хп и full урон. Да, у него ружки не фуловые, но вот так двигатель, смотрите, я просто его вынес. Вынес, вы видели за столько секунд, просто вынес и не почувствовал. Да, есть база, которую я, естественно, на фулочку не выносил, но, ребята, как бы, вот смотрите, опять дальше. 4-2. То есть я почти все двигатели начал выносить. Вот, смотрите. Вот челик, о чем я и говорил. У него вот прокачан, ну, в принципе, да, вот. А, я не могу хп показать. Вот у него 7 двигателей, но у него нет усилителя урона. То, что изначально я хотел открыть двигатель, потом усилить урона. Собственно, это, ну, ни хрена это все не тащит. Посмотрите, что я делаю. Просто высаживаю, вот, смотрите, чекаю, что куда. Там была, конечно, одна катка, где тупо затупил, не увидел третий шок, и то я даже выиграл. Убираю немножечко мины, учитывая то, что у меня еще обстрела, ребята, нет. Ну, канонерку я прокачал по фулу. Канонерку, что прокачал по фулу. Раз, дым, два, дым. Все. Дальше, смотрите, я при тебя никуда кинул фитиль, чтобы булит принимал этот весь дэмэдж. И здесь я буду прокидывать шок. Дальше. Все, прокинул шок. Даже два, ребята, его вот этих вот, как их... Шоковый генератор ничего не помогает, ничего. Раз, лопается двигатель. Чекайте, чекайте, смотрите. Два, лопается двигатель. Смотрите, три, лопается двигатель. Опять, просто главное, шок и один шок. Этот шок я не шокаю, потому что, ребята, видите, булит работает. Булит. Без булита бы эта катка так бы не получилась. Я бы уже давно бы слился. Поэтому обязательно это открывайте и вкачивайте булита, чтобы, как говорится, будет у вас счастье. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Не спешите открывать 7-й двигатель, открывайте лучший усилитель урона. Ну, тут, в принципе, я уже просто, ну, так, выкинул, как вы видели, в принципе, без проблем, без всяких препятствий. Дальше, что мы имеем?
там показал, там показал. Вот еще тоже чувак. И, в принципе, из-за моих тоже ракетниц, вот опять 7 двигателей, ребята, опять 7 двигателей. Видите, что происходит, как бы, ну, дальше можно было бы сливать, конечно, если на него пошел бы гренами, то есть этими, как его, дедами. И вот тут, ребята, видите, я этот шок не увидел, в конце уже увидел. Так бы, может быть, ребята, я забрал бы больше двигателей, реально. Но тут, к сожалению, я этот шок проморгал. Почему-то думал, что тут 2 шока, а не 3. Ну, как бы уже по запарке пошел такой, ну, на скеле, на характере, на радости, думаю, сейчас убью, набью, нагну там, не знаю. Ну и все, видите, как бы, грубо говоря, если я вовремя покинул бы шок, я бы этот тоже бы двигатель бы забрал. Поэтому, видите, как, просто скилл, ребята, просто, и пока идет, вот опять, этот вообще ничего мне не смог забрать, я ему опять забрал почти все двигатели, смотрите. Тут, конечно, да, расстановочка уже не, все это никак не заберешь, потому что здесь двигатель, ну, можно было, конечно, здесь лодочку высадить, там, не знаю, тех же бомбардиров, ну, я не ищу легких путей, опять, обратите внимание, кидаю куда фитиль на этот двигатель, и все. Сразу прокидываю дешок, я не кидаю дым. Можно было по дымам это все вести, но как показала практика, ребята, как показал опыт, можно дым не кидать. Вначале дым кинул, дальше кинул шок, потом прожал булита, и все, начинает это все выгребать. Все, получается, видите, это все по булиту стреляет. Это тоже, поэтому мне чуть это булит прокачан на второй уровень. Его прокачать бы хотя бы до четвертого, и уже он будет, у него будет больше хп, он больше сможет принимать демеджа, понимаете? И все, знаете, двигатель просто тает. Это у челика, опять же, повторюсь, прокачано полностью по фулу. ХП, урон. То есть 150 плюс 50, и рушки, ну рушки тут, в принципе, особо не роляют, ребята, как бы. Вот я вам скажу, вот этот гром из ниоткуда, зачем он вообще его поставил, как бы. Ну вот видите, как получается, я бы еще этот бы двигатель не снес бы, грубо говоря, да, если как бы карта легла бы. И вот таким вот нехитрым способом, вот так вот моя раста повтор атаки врага, давайте посмотрим, покажу, как моя раста тащит. Вот, обязательно это с усилком, без усилка эта раста особо так не тащила. Пока я не поставил сюда усилок, не поминал, какие сооружения, и все, смотрите, он, в принципе, обкакался, вот. Видите, рушки свое дело делают. В принципе, здесь 3 рушки хватает с головой, я пытался ставить эту рушку сюда, но, в принципе, нет, ребята, пока так, не знаю, может, что-то еще поменяю, посмотрю, конечно, докуда я смогу дойти, но просто хотел бы, как бы, вам в суть этого видео дать, понять, ну, информацию, то, что, ну, как правильно прокачивать, чтобы вы не спешали, не бежали, видите, мне... Не открывали, грубо говоря, двигатель без усилителя урона и так далее и тому подобное. Вот, что мы опять, видите, 7 двигателей. Ну, фиг его знает. Тут чели, конечно, может меня и подвынести, что у него по шокам. Получается, сюда будем шок прокидывать и сюда будем шок прокидывать. Здесь можно будет, чтобы они не сильно подохли, прокинуть вот так. И обратите внимание, опять, куда я прокидываю, вот сюда мне нужно будет прокидывать. Раз, прокидываю фаер. Хотя, как раз это в прямом эфире. Все это мы делаем. И здесь что я делаю? Раз, два, три. Вот, раз, два, три. Блин, здесь я, короче, ребята, потупил. Очень жестко я затупил здесь. Раз, два. Потому что дым, 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 дым. Ох, я еще здесь промазал. Ну, ребята, это скилл, ребятки. Это скилл. Это скилл. В смысле, в кавычках. Тут я уже затупил. Так, 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 так. Прожимай, прожимай. Тут я, ребята, затупил. Что-то я шоком не попал. Но вы видели сами, собственно. Что мне рассказывать вам? Вы, собственно, все сами видели. Ну вот так вот, ребята, видите, таким нехитрым способом, но все равно, грубо говоря, я не думал, то, что если я пошел бы сейчас бы грена дедами, грена этой всей фигней, я бы что-то затащил, как бы что-то выиграл. Поэтому даже таких чуваков хотя бы будем выносить, пробовать. Поэтому, видите, особого смысла я не вижу идти. И давайте посмотрим, что здесь у нас получается. Ну, это тоже все, вот и все, ребята, видите, как бы. Вот, вот. Давай, 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 все. Вот они, эти ружки, ребята, под усилком, это просто имба. Особенно, если они просто прокачаны на фул, это просто имбическая тема. Все, да тут, я же думаю, уже ничего не сделает. Ну, этот он снесет двигатель. Максимум, что он сделает. Все. Раз, два, три, четыре движка у меня остается. Все, больше по идее ничего не нужно делать. Я ему больше вынесу. Я ему 3 оставил, учитывая то, что у него 7 двигателей. Как я правильно понимаю. Я не ошибаюсь. Вот и все. Вот изи, изи, пизи. Изи, вообще изи, шмизи. Давайте еще раз попробуем, я не знаю. Вот так снова, то есть это машкара, спиногрызы. Так сказать, ребята, снова нагибают, снова тащат. Даже против таких чуваков, которых 7 двигателей. Вот так вот. Дальше, конечно, посмотрим. Ну, что мы здесь имеем? Что мы имеем с гуся, ребята, опять? Что же мы тут имеем? Опять пойдем дедами, с дедами, я говорю, с пиногрызами. Я попробую сразу, ребята, прокинуть булита на этот двигатель, как вы видите. Да, у него опять, видите, фул, 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 рушки, хирюшки. Это надо будет шокать.
и здесь надо будет шокать. Здесь, получается, должен будет нормально, ребята, херячить гулит, если я правильно понимаю. Тут давайте так вот кинем одну бомбочку, да, вот, чтобы сильно тоже как-то не этот. Так, раз, и все, и пошла, пошел. Здесь разом вот так вот, раз, два. Здесь мы прокидываем, раз, два, три. Прожимаем булочку. Все, у него это минопушечка здесь, ну да ладно. Что мы сделаем? Прожимаем, пошел. Прожимаем. Ну, тут немножечко мы обосрались, то есть, видите, как бы, не всегда, но большую часть, как мы видим, ребята, в принципе, можно играть, можно точить. Поэтому, ну, да игра, тут не будешь постоянно 100% нагибать. Маленький фейл у меня тут произошел, ну, ничего страшного, давайте посмотрим, что сделает он, как бы. Да, конечно, мог все подвязать и говорить, вот, имба, ребята, смотрите, прям вообще нет, вот я зафейлил тупо, опять не попал шоком и опять не заметил минопушку, поэтому, ну, тоже бывает. О, а он чем идет? Но он тоже недалекого ума человек, походу. Ну, торами идти, ребята, это кал. Я не думал, что он что-то сможет вынести. Мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться, он сейчас мне все двигатели повыносит. Но этот шок его захавает. А этот шок не захавает его. Да, забирает. Все. Тут надо, короче, будет мне огнеметов поставить побольше. Так что ториками меня тоже могут забрать. Да, надо хотя бы сюда будет чуть-чуть огнемет или что-нибудь перестроить, потому что, видите, у меня тут сооружений никаких нету. Я этого не прочитал, так мне еще, ребята, никто не выносил. По 4 двигателя, по проценту, по-любому, он у меня больше, да. На один всего лишь процентик, ребята, он у меня больше долбанул. Но ничего страшного, тут никаких проблем нету, грубо говоря. Можно будет поставить и сюда какой-нибудь так вот один пулик, вот. К примеру, да, и все. В принципе, вот так вот этот будет доставать у нас огнемет, да. А этот мы сюда поставим, чтобы... Торами не заходили. Под усилителем урона как раз будет нормально, я так думаю. Этот сюда мы поставим. Вот. Все. В принципе, ребята, вот так вот, так, вот такой вот видосик получился. Кому было полезно, интересно, прожимайте, ребята, лайкосики. Ну, на этом все. С вами был Бананчи. Пока-пока.